Уважаемые кирчане, я обращаюсь к неравнодушным людям, которым не безразлична судьба нашего кирчанина Емельянова Александра, 44 года. Он попал в тяжелую ситуацию, тяжело болен, находится в реанимационном отделении в первой городской больнице. Ему срочно необходима донорская кровь. Он семьянин, воспитывает двух малолетних девочек. В большом количестве нужны доноры любой группы, любого резус-фактора. Пожалуйста, если кто хочет помочь этому человеку, поделиться своей кровью, обращайтесь, пожалуйста, на станцию переливания крови с 8 до 11 часов, кроме выходных дней. При себе иметь паспорт.